Всем привет с канала Деревенские будни. В общем, смотрите, друзья, такая интересная штука получается. Интересно ли вам посмотреть аналитику нашего канала? В общем, обзор, аудиторию, охват. В общем, ну и, наверное, самое интересное, это сколько же приносит доход наш канал. Много ли, мало ли. Конечно, канал у нас небольшой. Ну, тем не менее, может быть, кому-то это интересно. Просто стесняются спросить. Поэтому, если вам будет это интересно, я вам расскажу аналитику нашего канала подробно. Поэтому, если этот ролик, вот этот маленький ролик, наберет 200 лайков, то я сделаю аналитику канала. Если не наберет, значит, это никому не надо. Мы не будем об этом говорить. Ставьте лайки или не ставьте лайки, это уже зависит от вас. Будет... Выйдет тот ролик с аналитикой канала или не выйдет, все будет зависеть от вас. Так что все, ждем. И пишите комментарии под этим видео. Если под этим видео наберется также, кроме 200 лайков, довольно много наберется комментариев, то значит зрители заинтересованы посмотреть аналитику нашего канала. Ну так сказать, сделаем такую прозрачность. То, что вы видите на канале, это одно. А то, что вы видите, не видите за кулисами, так скажем, это другое. Поэтому я приоткрою вам небольшую завесу за кулисами нашего канала. Вот при таких условиях. Если, повторюсь, если этот ролик наберет 200 лайков, это очень мало. Это очень мало. Ну, для нашей аудитории это очень мало. Вот. Ну и кучу, короче, там, не знаю... комментариев. В общем, пишите. И все. Все. Всем пока. Жду, смотрю, читаю и делаю выводы. Замечательно. Поразительно. Гениально.